Одним из первых Садыр Джапаров после избрания президентом подписал указ о новой государственной политике. В рамках этого документа предполагается отбор на ответственные государственные, руководящие административные должности через конкурс, который по требованию президента должен проводиться прозрачно. Основными критериями при этом служит оценка профессиональных качеств, образование и незапятнанная репутация. В первую очередь, человек, претендующий на госслужбу, должен быть гражданином Кыргызской Республики возраста 21 года для государственной службы и в муниципальную службу от 18 лет, иметь высшее образование. Также он должен знать нормативно-правовую базу. Если компьютерное тестирование определяет знания кандидата законов, то конкурсная комиссия, состоящая из членов государственной кадровой службы, ветеранов госслужбы и представителей экспертного сообщества, на собеседовании определит умение претендента применять эти навыки на практике. Кандидаты, прошедшие отбор, зачисляются в резерв кадров. В настоящее время, согласно постановлениям правительства Кыргызской Республики, имеется 3 резерва кадров. То есть первый – это национальный резерв кадров. Там лица состоят на главные и высшие должности. То есть главные должности – это заведующий отделом категории должностей и начальник управления. Высшие категории должностей входят же рукоаппараты и статс-секретари. А вторым же резервом является региональный резерв кадров. Региональный резерв кадров, согласно постановлению 65 от 1 марта, это резерв кадров на должности акимов и их заместителей. И последним одним из резервов является внутренний резерв кадров, который формируется в госорганах и муниципальных органах. Государственная кадровая служба при появлении вакансии уведомляет резервистов. Они, в свою очередь, должны в течение 5 дней подать документы. Все конкурсанты на равных условиях сдают тесты и идут на собеседование. Кадр саясатынын эффективдүү болуусу үчүн жана мамлекеттик кызматкерлерге социалдык пакеттердин каралышын эске алуу менен келечек программасын иштеп чыгып, жакынкы арада сунуштоону тапшырды. Программа «Келечек» направлена на построение эффективной кадровой политики и обеспечение социальным пакетом государственных служащих. Она позволит усилить работу по подготовке и переподготовке кадров, в том числе в рамках международного обмена опытом. Мы прекрасно знаем, что есть аналогичные программы в соседних странах. Это программа «Балашак» в Казахстане и программа «УМИД» в Узбекистане. Там эти программы показывали хорошие эффекты при подготовке и переподготовке кадров. Она будет способствовать постоянному процессу повышения квалификации кадров. Таким образом, госслужащие будут всегда готовы реагировать на современные вызовы. По оценкам специалистов, с переходом на парламентскую систему правления именно кадровая чехарда стала одной из причин политической нестабильности нашей страны и последовавшей за этим проблемы с экономикой и социальным развитием. С переходом на парламентскую систему правления, к сожалению, сильная кадровая политика была утеряна, потому что она была политизирована через фракции, через партии. И даже появился специальный термин «устуканизация всей исполнительной власти». Поэтому сейчас настало время по-новому взглянуть на кадровую политику. Это, конечно, банально, но кадры реально решают все. Поэтому сейчас уже и в обращении президента после подписания Конституции тоже эта тема задета, и она акцентирована даже. Алмазбек Акматалиев уверен, что кадры нужно отбирать по принципам меритократии. Это должны быть достойные, образованные люди с ценностями, присущими государственному служащему. И время требует, чтобы уже сегодня такие люди пришли работать на государственную и муниципальную службу. В противном случае все инициативы президента рискуют так и остаться на бумаге, ведь именно люди будут решать поставленные задачи. Нурбек Иманов, Чингиз Джумагулов, Алатау 24.